Ребята, всем привет! С вами снова я, Николь. И в этом видео вы узнаете, что же вы можете делать в карантин. Что же вы можете делать в карантин, кроме того, как читать книги, смотреть фильмы и заниматься спортом. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, и мы не будем медлить. Погнали! Бум! Итак, первое, чем вы можете заняться, это, конечно же, готовка. В интернете сотни тысячных рецептов только в интернете. И вы вот можете найти такой простой рецепт, просто чтобы улучшить свои навыки готовки и приготовить что-то очень вкусное из простых ингредиентов. Второе, чем вы можете заняться, это выучить любой танец с интернета, с ТикТок, я не знаю откуда, но просто выучить любой танец, потому что танцы, они доставляют удовольствие, поднимается супер настроение. Короче, ребятки, недавно я снимала тут видео, я танцевала там тренды из ТикТока, я станцевала целых 16. Это вам не шуточки. И ссылочку на это видео будет в описании под видео. Поэтому переходи и смотри. Потому что я танцевала там целых 16 трендов. Третье, чем вы можете заняться на карантине, это почистить свой телефон от ненужных вещей. Часто так бывает, что мы фоткаем просто шкаф. Мы фоткаем какие-то вещи, которые нам понадобились один раз, и их не удаляем, и так у нас у телефонов перегружается память. У меня это вообще капец, как жизненно. Мне там присылается сообщение постоянно, что у меня там, женщина, посмотри, пожалуйста, на свою память в телефоне. Так, это удаляем, это не... это кто? Ладно, удаляем. Что? Что мне здесь делать? Текст с иероглифами. Зачем мне нужны были иероглифы? Ладно, все, удаляем, неважно. Четвертое, чем вы можете заняться, это устроить себе спа-день. Это моя самая любимая, потому что я такая леди. Да. Я обожаю спать. Мне кажется, что каждый из вас скучает по своим школьным друзьям, и карантин это не повод с ними расставаться, поэтому... Ба-ба-бум! Супер изобретение, видеозвонок! Я очень часто звоню своим подругам по видео. Так как карантин, вас никто не видит, вы можете спокойно взять свою косметику и потренироваться просто так для себя, накраситься, сделать себе стрелки, походить так. Ни для кого не секрет, что существуют компьютерные игры, где можно играть целыми компаниями, командами или создавать свои миры, и там
играть со своими друзьями. Есть и телефонные такие игры, поэтому можете спокойно скачать, пригласить своих друзей и просто играть в компании. Ребята, а на этом мое видео уже подходит к концу. Я надеюсь, я вам чем-то помогла. И спасибо тебе за то, что посмотрел мое видео. Подписывайся на мой YouTube канал. Смотри мои предыдущие видео, они очень классные. Посмотри видео, как я танцую тренды из ТикТока и многие другие видео. Обязательно ставь лайки под это видео. А я с тобой прощаюсь. Пока-пока!